Без пяти стагоддзе Национальному академичному драматичному театру имя Якуба Коласа 95 годов. Знаменальный юбилей артисты означают премьерой. Спектакль «Тильпа» пьесе Рыгора Горина публика убачить уже у гэтую неделю. На великую сцену коласовцы выйдут амаль усёй трупой. А пакуль артисты шлифуют свое майстерство на генеральных репетициях. Про жыццё под софитами и таямницы за кулисся расскажа Мария Дзікан. Театр начинается с вешалки, а в образ актера – с костюма. У майстернях Коласовского театра их несколько тысяч – от сукенки Снежной Королевы до кафтана Нестерки. Для створения этих шедевров костюмерам потребуются километры тканины и океаны натхнения. Это у нас был «Змей Горыныч» в спектакле «До третьих петухов». Здесь было три головы. Вот этот огромный костюм одевали сразу три актера. Один был в папахе в генеральской, один был в немецкой каске, у одного была военная фуражка. Он был очень интересный. Дети всегда с восторгом это принимали, ну, потому что когда такая вот большая вещь на трех людях, это всегда интересно. Он был такой очень колоритный. За кулисси – самое таямничае место у театры. У тени софитов чараўніцтва только починает зараджаться. Сапраўдный шцуд отбывается, коли запальвается святло. Хвали знов прошумять, беды хай пролетять до споткания. Ды тяжей, чем беда солоней, чем вода жить чаканье. До головной премьеры сезона застаются личные дни. Солодкое хвалявание литерально лунает у поветры. До святочной постановки старанно рыхтуется вся трупа. На великую сцену коллектив выйдет практично полным складом. Бережи себе, ти. Бережи себе, мама. У ведущего майстра сцены Евгена Береснева самая отказная миссия – сыграть средневечного блазна так, как сучасная публика убачила у им нечто родное и близкое. Когда ты тратишься на сцене, когда ты отдаешься, ты получаешь огромное удовольствие, приятную усталость, скажем. Вот. И ты понимаешь, что ты отдал все свои силы вот сюда, в зрительный зал, чтобы зритель ушел из театра и задумался хотя бы на часок, на два про историю, которая была показана, и тогда это победа. Вечные мотивы, приправленные ярким гумором. Ці прийдется такой рецепт по густі витебскому глядачу, покажет час. Докладно вядома одно – юбилейная премьера назавжди уводит в историю старожитного Коласовского театра. Другі беларускі дзяржаўны тэатр з'явіўся ў Віцебску ў лістападзе 1926 года. Праз 18 гадоў ён атрымаў імя песняра, а ўжо ў 2001 годзе статус нацыянальнага. У рэпертуары коласаўцаў п'есы айчынных і замежных аўтараў. На афішах – творы ад класікі да сучаснасці. Сапраўднай візітнай карткай тэатра стаў спектакль «Нестерка», які публіка ўбачыла ўпершыню ў далёкім 41-м. Гэтай пастаноўкай адкрываецца кожны тэатральны сезон. Аднак на коласаўскай сцэне побач з традыцыяй заўсёды ёсць месца эксперыменту. У нас есть малая сцена, экспериментальная, так сказать. Там мы спробуем разные спектакли. В первую чергу мы шукаем добрую драматургию. Это самое главное – подмурок для любого спектакля. На будущий год запланованы и Эрдман, и Теннесси Уильямс, и Макайонок, белорусский наш классик. Ось, и Христо Бойшев на малой экспериментальной сцене. Так что мы плануем... Театр спробує, так сказать, розпланувати своє життя і рухатися нікуди наперед. Служить вечному високому мастацтву. Коласовський театр не зворочує со своєго першопочаткового курсу. Як і 95 годів тому, він закликає глядача розважати, супереживати, любити. Марія Дзікан, Ян Пчельніков, новини Вітебск.